Привет, друзья. Короче, приехала Audi A3 с такой проблемой, что открутилось колесо. Вот оно ударило в крыло, загнуло его. Как бы, но я тут больше парился по поводу крыла, что это надо рихтовать, красить. Но мне почему-то сказали поменять ступицу. Там была резьба в одном, ну такая подзабитая, ее можно было бы мечиком пройти. И все было бы нормально со ступицей. И зачем-то задний вот этот пыльник, хотя старый, еще в нормальном состоянии. Ну, чуть-чуть его там колесом подогнуло. Но сам факт, сказали, меняй подшипник и меняй этот пыльник. Кто знает, для чего это было делать.